Я сейчас тренируюсь в клубе «Арк Валенсия», который находится, соответственно, в одноименном городе. Тут он находится в 3 минутах ходьбы от метро и в 20 минутах от моря. Приехал я сюда 2 мая, но не мог стрелять до 12 июня. Все это время я ждал оформления лицензии, так как лук здесь является оружием. И, соответственно, без лицензии ты не можешь стрелять за какой-либо клуб. Только так один разок прийти пострелять по фану с какой-нибудь деревяшки маленькой, либо учебной классики. Ну, все как обычно, как у нас, только вот здесь это распространяется вообще на весь процесс тренировок. В лицензию входит обучение и страховка, которая распространяется на любые соревнования и тренировки в любых клубах. Собственно, тут возникла некоторая проблема, потому что, ну, обучение, как бы, я пришел такой, смотрю на них и говорю, ну, я вроде как видел, как стреляют из лука, какое-то имею некоторое представление. Они мне пожали плечами, говорят, пиши в нашу федерацию, будем разбираться, что делать. В итоге я написал в федерацию, все это через корявейший переводчик моего не менее корявого русского языка на испанский. Прислал им фоточки с моих соревнований, фотографию мастера спорта удостоверения, который я таки наконец-то нашел, не видел его 3 года. И в итоге мне разрешили просто заплатить за лицензию без обучения. Мелочи приятно, хоть где-то пригодилось удостоверение мастера спорта. Вот такое вот поле. 30 щитов. Я так понял, это самое большое поле у всех клубов. И здесь проводятся местные чемпионаты. Кстати, все клубы, где я посетил, у всех было большое летнее поле, там минимум на 10-15 щитов. По ценам. Насколько я понял, это 83 евро получение лицензии плюс обучение. Лицензия у них начинает действовать с сентября по сентябрь. Соответственно, чтобы мне не платить дважды за 3 месяца, мне разрешили стрелять пока только на этой площадке, без возможности участвовать в соревнованиях, но у меня уже действует страховка, и никаких вопросов ни у кого по этому поводу не возникнет. Год членства в клубе 52 евро, плюс каждый месяц 10 евро на покупку, точнее, на починку щитов и какой-то такой вот мелкий ремонт всего, что здесь вокруг происходит, типа стульев, там, столов. В зале есть в свободном доступе пресс, пироклейка, стрелорезка и тетива-моталка. То есть, хочешь, всем этим пользуйся, хочешь, не пользуйся, если есть все свое. Минус зала в том, что он находится под бассейном, и там влажность, как в ботаническом саду, в самых тропиках, то есть, прям, ну, находиться очень сложно, я не знаю, как там будет зимой, но мы обсудили, что их зимы, они меня вряд ли напугают, поэтому, скорее всего, я буду стрелять просто на улице круглогодично. Давно не тренировался, поэтому жирные такие выстрелы идут, но я сейчас стараюсь просто наслаждаться процессом. Погода классная, ветер с моря дует, все хорошо, солнце светит, ну, ничего даже, что-то там, хотя надо чуть-чуть поправить, вот этот косячный выстрел был, не знаю, где накосячил, щиты очень-очень тонкие. Тут будет картиночка приложена
как это все выглядело, пока я не попросил укрепить их. Соответственно, у меня специальный щит вот с таким вот укреплением. Но даже при этом все равно пробивает.